Очередной изнурительный рабочий день, и снова мы все вместе трапезничаем. Ребята, приятного аппетита! Спасибо! Это талисман нашей экспедиции, верный пес, имя которого мы до сих пор и не знаем. Есть много версий, как его зовут. Наверное, правду мы не узнаем никогда. А вот и наши замечательные дежурные, без которых ничего бы не получилось. Вероника, скажи, что сегодня у нас на обед? Суп, макароны с тушенкой, салат. Замечательное меню для бесподобных археологов. Вкусно, бесподобно, вообще шикарно. Чисто в Инстаграм сфоткать, и Валентин одобряет. Если вы думаете, что меню так себе, то либо вы этого не пробовали, либо вы ничего не понимаете, плебей! Беспрецедентному мужеству наших дежурных можно только позавидовать. Вот такими вот дырявыми перехватами они готовят для нас еду и достают ее из огня. А вот здесь мы заготавливаем дрова для приготовления восхитительной пищи. Сейчас наши доблестные дровосеки отдыхают, но в свое время мы показали миру, как надо колоть дрова. После замечательной трапезы наши дежурные продолжают вести упорную борьбу с посудой. Ее надо вымыть к следующему приему пищи. У нас, короче, тут купали, смотрите, мы костер развели. Вот. У нас тут еще, короче, прянички есть, тортики, да, празднуем. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Андрей, как тебе это чумовое пати? Нормально, пати вообще отличное. После долгого изнурительного раскопа наши прекрасные девушки начинают очищать все найденные нуклеусы, осколки, отщепы, керамику. А хорошо, вот возьму и помогу. Как команда, что надо делать? Бери ящик. Сейчас камеру вырублю. Че, мужик сказал, мужик сделал. Короче, тут находочки разложил всякие, вот эти вот промытые, чтобы просушивались. В мире животных с Евгением Агиевичем. Здравствуйте. Итак, наконец-то матч начался в самом разгаре. Я немножко опоздал, счет уже 1-0 в нашу пользу. Серега, тебя только что заменили. Ты из разгара боя вернулся. Расскажи, как тебе игра? Там жарко. Игра окончилась. Мы бесподобно одержали победу. Наши пацаны круче. Моя голевая. Ёма. А я иногда забиваю. Хорошая игра. Мы показали хороший футбол. Александра Владимировна, вот уже прошел почти 16-й день экспедиции. Скажите, как ваше впечатление? Замечательно. Отличная работа в поле и очень неплохая жизнь в лагере. Капитан Селенков и старший оперуполномоченный Савич ведут расследование. Мы идем по пути жестокого преступления. И наводка навела нас сюда. Девушки, признавайтесь, вы храните наркотики? Грибы. Вещдок у нас есть. Грибы! Хорошая штука. Сегодня будет отличная вещь? Отличная вещь. С грибами.